Китайская кухня. Тут фонарики. Даже 4. Это уже улица Чкалова. Вот Чкалова 26. Отремонтировали, немножко освежили. Уже хорошо. А тут вообще хороший тротуар. И лестница нормальная. Вид со стороны Чкалова. Немного видно Амурский залив. Ледяной. Вот это, наверное, детский сад, крыша. Какая-то новая высотка. Здесь Чкалова 22. Чкалова 18 и дальше там салон красоты. Еще одна высотка. Чкалова 30. Вот, 5 этажей. Здесь кафе Аполлон. Там даже есть фонтан. Вот идем вдоль кафе. Вазоны для цветов. Елки такие подросли. Ну, а здесь уже солнечно. И нет сильного ветра. Вышли из зоны сквозняков. Так, 2 кота вышли проветриться. 3. Вон еще 4-й. Смотрят. Не могут понять, что происходит.
нарушают их прогулку. А вот еще пятый. Ага. Охотники на вот этих голубей. Все собрались, все охотники в сборе. Мы их отвлекаем. Вот этот черный решил на нас не обращать внимания. Мясопродукты, тут овощи и фрукты. Вот остановка Магнитогорская. Или как-то оно по-другому называется. А, Чкалово, наверное. Остановка Чкалово. Салон красоты «Северное сияние». Чкаловский мини-маркет. Фотостудия. Вот. На Чкалово 10. А это уже вид с высоты. Так, вот это Чкалово 16, по-моему, Чкалово. И здесь тоже киоски, автомаркет, ателье обуви. Так, это дома на Чкалово. Вот это, наверное, дома по улице Кирова. Дома по Кирова и гаражи.
есть один.